ложится на шею. 7, на 8 мы руки опускаем. Очень важно, чтобы левая рука у нас была снизу, 8. Дальше опустив голову, мы правой рукой выдвигаем колено левое, колено правое. Когда опускаете, смотрите, чтобы колено немножко прямо смотрело, чтобы было что опускать. Дальше поднимаем руки наверх, дальше на себя. Ручкой берем за голову, поднимаем наверх, ножка отрывается от пола. И когда мы себя ставим, рука уходит вперед. Дальше мы быстро делаем. Так. Рука заходит вовнутрь, пам. Дальше резко распрыгиваемся, пам. Вот такое положение. Отсюда идет голова. И немножко, буквально чуть-чуть колено. Голова разворачивается на центр. Меняем положение. И также медленно у нас идет голова. Дальше. Подставляем ноги, руки бьют вперед, в стороны. И отсюда через проворот идут наверх. Пум. Одновременно с проворотом поднимается нога. И через верх мы тело пускаем две волны. Пам, пам. Дальше, ноги. Мы наступаем на пятку и на ней проворачиваемся. Шаг и. То есть у нас идет пятка, проворот на полной ноге. Шаг, опускаемся вниз. После этого шагаем назад. Там, там. Угу. Руки в это время. Мы закончили здесь. 7, 8. Через стороны они выходят вперед и на шаг бьют на себя. То есть так. В момент поворота правая рука идет сюда. Пам. На шаг. И дальше мы опускаем себя вниз ручкой. И вот этой ладошкой вашей правой опускаем ноги. Да. Отсюда рука уже не особо нужна, она будет ходить назад. У нас идет круг корпусом на центр и доделывает этот круг голова. То есть у вас корпус, голова. Дальше через замах уходит эта ручка, а это запястье выводит ногу. Под танец работает ладонью. Сам больше работает запястьем. Потом в эту сторону. Дальше нога уходит за назад. И когда она уходит, мы бьем ладошки к себе. Дальше мы кладем ладонь на сердце и ударом поворачиваемся на центр. То есть так. Берем себя за ручку. Руки сбрасываем, разводя ноги. Берем себя за плечо, опускаем вниз. Поднимаемся, у нас есть секунда выпрямиться. И шагаем с левой ноги. Раз, два, три, четыре. Начинаем с мизинца, собираем здесь пальчики. Дальше. Закончили здесь. Мы делаем шаг на переднюю ножку. Это у нас залетает в бок правая. И ей мы делаем кик, шаг, переступ. Руки в это время с этого положения идут в замах. И делаем удар и раскрываются вот в такое положение. То есть мы делаем пам, взмах пошел, кик, раскрылись. Небольшой перенос корпуса туда-сюда, то есть мы вес чуть-чуть переносим. Пам! Дальше удар идет сильнее в эту сторону. Дальше. Эта ножка подтягивается ближе. И стоп. На ум. Ум. Наступаем на нее, чтобы у нас вот это раскрылось в сторону. Дальше мы быстро переступаем и через волну выбрасываем корпус. И подтягиваем к себе правое колено. Еще раз, как это было? Пум. Так. То есть у вас ножка была здесь, вы ее чуть ближе ставите, чтобы развернулась. Да, перевешиваем. И сюда пошла. Нога к корпусу через волну. Дальше мы делаем шаг и шаг. И у нас тоже немножко корпус делает волну на этих шажочках. Дальше мы подставляем назад правую ручку, у нас слева идет замах. Чтобы мы развернулись, и отсюда руки раскрываются в такую линию. И после этого разворота мы себя вытягиваем немножко наверх. Так. Делаем. Раз, два, три, четыре. Левая рука заворачивается вовнутрь, а правая наружу. Мы себя повернулись. Так. Отсюда переносится вес на заднюю ножку, передняя поднимается в колени, и задняя рука уходит вперед. Через пружинку поднимаем другую. Через пружинку повторяем это. И каждый раз корпус немножко поворачивается. То есть мы были здесь. Корпус на зрителя, корпус от зрителя, корпус на зрителя. Дальше нога уходит назад, назад, вперед. И мы будем здесь на пяточках
прыгать. Когда нога идет назад, левая рука нам не нужна, она у нас идет вниз. Правая у нас идет через замах за голову, и мы немножко замираем вот в таком положении. Это у нас был шаг сюда. Дальше мы делаем шаг с правой назад, с левой назад, руки размахиваются. И когда мы делаем шаг вперед, руки приходят вот сюда. То есть еще раз, мы закончили здесь. Мы делаем шаг назад, выключаем сюда, шаг назад, размахи, и поставили ручки сюда. Дальше мы прыгаем на пяточках, и руки делаем пам, пам, пам. Сбрасываем себя вниз. После этого у нас идут прыжочки. Мы подшоркиваем немножечко левой ногой и подпрыгиваем вперед. Корпус чуть-чуть перебрасывается. И коленками вращаем, поднимаемся до наверх. Дальше у нас идет шаг. То есть мы ручками отодвигаем как-то что-то. Делаем справа-левый шаг. У нас руки закрывают лицо, правое сверху. И после этого сразу правая улетает. Мы делаем бит коленками и раскрываемся наружу. А рука, которая была левая здесь, поворачивается и хватает воздух. То есть ту-ту. Дальше. Мы немножко закрываемся этой рукой. Заворачиваем колено внутрь. Пум. Делаем бит наружу. И рука, соответственно, уходит сюда. После чего волной себя подтягиваем, и руки уходят назад за себя, чтобы мы приземлились. И когда мы приземляемся на пяточку, вторая нога у нас тоже стоит на пятке, делаем два раза. После этого садимся вниз. Пум. И руки у нас тогда через стороны забираются сюда. Идет правый рот. Вытягиваем себя наверх, правого за рта. И еще раз раскрываемся руки сюда. И еще два раза такая точка. Руки опускаются вниз. И это конец связки. Соберем очень медленно весь этот кусочек. Итак, мы стояли здесь. Правая, левая. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. И 6. Бам! Та-та, поэтому, та-та. Шигами, поэтому, та-та, та. Волна, волна. Раз, два, и три, четыре. Там, там. Та-та, та-та, та. И пам, и пам. 5, 6, 7 и 8. Раз, два. Та-т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 а
Медленно под свой спиной.